Чтобы самостоятельно собрать необходимые документы для экспортной деятельности, предпринимателям приходится тратить много времени. Теперь можно использовать любую меру поддержки нацпроекта в один клик. Цифровая площадка «Мой экспорт» – самый короткий путь к рынкам мира. С помощью нее легко начать экспорт и увеличить продажи, выйдя на международные рынки при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с инициативной группой жителей, которые вышли с инициативой создать еще один сквер в районе пересечения улиц Республиканской и Строителей. Он не только украсит район, но и станет местом отдыха и общения жителей. Название, выбранное жителями сквер имени героя Советского Союза, танкиста Владимира Чудайкина. Владимир Иванович долгое время возглавлял Совет ветеранов Кировского района. Районные власти пообещали жителям совместно подготовить заявку для участия в программе благоустройства, чтобы уже в следующем году начать реализацию проекта. 10 августа в Самаре пройдет День физкультурника. В 8 часов на Первомайском спуске набережной начнется зарядка с чемпионом, а в 10:00 стартует баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» на спуске с площади Славы. На 17 часов запланировано начало основной программы. На главной сцене состоится чествование спортсменов, тренеров, работников отрасли. С 17 часов начнут работу более 40 интерактивных площадок. Авиамодельный спорт, кинологический спорт, северная ходьба, спортивное ориентирование, дизайн, фехтование, скалодром и многое другое. День физкультурника завершится ночным забегом, который стартует в 19 часов на спуске с площади Славы, пишет телеграм-канал железнодорожного района.